Монетосчетная машина предназначена для пересчета монет и проверки их подлинности. Перед пересчетом одна монета закладывается в качестве эталона диаметра и одна монета в качестве эталона толщины. Все остальные монеты будут сравниваться с этими монетами. Если монетка, проходя через машину, по своим размерам совпадает с эталонами, эта монета попадет в выходной мешок. Если монета отличается своими размерами, то машина отбросит ее в сторону. Вот мы сейчас запустим и увидим, с какой скоростью машина все это делает. Так, мешок на месте, запускаем и смотрим. Посчитанные монеты попадают в мешок, а на экране машина показывает их количество. Вот прошло всего несколько секунд, но за это время машина успела насчитать 376 монет. Можно представить, сколько времени потребовалось бы кассиру для того, чтобы сосчитать. За один день кассиры пересчитывают по нескольку тысяч или нескольку десятков тысяч монет.